Я приветствую вас на телеканале «Твой Голд». В эфире программа «Профэшн» и ее ведущая Светлана Целищева. Сейчас у салонов красоты самое жаркое время. Женщины готовы к переменам и новым образом. Ведущие мировые стилисты советуют оставить в прошлом тугие локоны, эффект амбре, накладные ресницы и заостренные длинные ногти, а также не увлекаться хайлайтерами, скульптурированием и макияжем Smokey Eyes. В новом сезоне есть немало альтернатив уже полюбившимся трендам. В моде будет естественность, а с ней легкие кудри и небрежные укладки, близкие для губ натуральных оттенков. Исключение составляет только красная помада, так как она вечна. Также в моде будут эффекты выгоревших волос, которые создаются с помощью технологии шатуш. А вот бронзовый загар уже давно не актуален. В моде остается светлая кожа с легким загаром. Так что не забывайте пользоваться солнцезащитными средствами. 3D-эффекты на длинных нарощенных ногтях тоже стоит оставить в прошлом. Хотя наверняка найдутся женщины, которые ни за что не откажутся от красот, которые создают мастера нейл-дизайна. Но лучший вариант в новом сезоне – короткие округлые ногти с прозрачным лаком. Так что, если вы хотите быть в трендах, отдавайте предпочтение натуральному образу и в макияже, и в прическе, и в цвете волос. И смотрите программу «Профэшн» и оставайтесь в курсе самых модных трендов и новостей с мировых подиумов.